На данный момент активно японский маджонг развивается во многих городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, в Сибири, это Новосибирск, Омск. Мы придерживаемся традиционных японских правил, но, возможно, какие-то принятые нами практически все термины маджонг, такие как ричи, саншаку, хонитсу, якуман, манган, все игроки, например, мы не играем с акадора, где нет фактора денег и есть только состязание игроков. И для этого мы проводим вот такие турниры. И все наши игры проходят без каких-либо... Я очень рад, я просто счастлив, можно сказать. Столько эмоций, впечатлений. Ну, это здорово и круто. Это здорово. Ожиданное, конечно, я сюда ехал для того, чтобы взять первое место. В общем-то, на это и планировал, и рассчитывал. ロシア人というか、日本人でもやっぱり本質がやたら好きな人とか、ガチガチで固める人とか、やっぱりその辺はいろんな人がいるので、ロシア人だからっていう形の手の作り方っていうのは確かにあんまり少なかったですね。一応、麻雀はグローバルスポーツだと。私常々思ってたので、まあ、打てる人が何人かはいるだろうと、ただこんな大会ができるほど集まって、でちゃんとみんなしっかり打てるっていうのはやっぱり驚きでした。日本でもかなり打ってきたつもりがあるので、密かに優勝本気で狙ってきたんですけども、まあ、一応日本人の意地は見せられたかなと。